Снова всем привет! Очередной обзор приложения для Mac'а. Сегодня у нас обзор приложения под названием Tast. Приложение для организации или реорганизации вашего буфера обмена. Довольно сделано удобно, красиво, наглядно. В общем, давайте смотреть. Покажу на наглядном примере. Допустим, некий сайт, да, нам нужно скопировать информацию, каких-то определенных параметры. Так, ну, например, ну вот текст, да, нажимаем, как обычно, Command-C, слышим хороший звук, значит, понятно, скопировалось туда, куда надо. Так, еще нам нужно изображение. Так, сохранить, скопировать изображение. Так, вроде скопировалось. Теперь нажимаем волшебную комбинацию, которую можно выставить дальше в настройках. Это обычно Command, Shift и, по-моему, V. Да, верно. Вот, значит, наш текст, который мы скопировали для этого. И наше изображение. С ними можно сразу вставить, куда нам надо, ставить именные стили, поделиться там в email, сообщение. Ну, если это фотография, то добавить фото или фликер, удалить, в конце концов. Ну, и то же самое с текстом. В общем, думаю, все понятно. Сразу скажу, что здесь еще присутствует поиск. И забегая вперед, давайте посмотрим сразу настроечки. Значит, запускать при старте, включить, сохранить всю историю в какой-то определенной папке, исключить стили текста, включить звуки, включить значок в меню-баре, ну и, естественно, количество историй, ну, в общем, вашего буфера обмена. Стоп по умолчанию стоит. Дальше шорткат, то есть сокращение. Ну и, естественно, исключение здесь есть. Например, связки ключей, чтобы не копировало. Ну или каких-нибудь еще дополнительных приложений. Ну так, давайте посмотрим. Давайте заметки, да? Заметки, новая заметка. Так, вставляем. Все, сначала нужно вставить текст. Для этого нажимаем. Либо сразу правой кнопкой мыши нажимаем Paste, вставить. Либо два раза кликаем, у нас копируется, и нажимаем, как обычно, Command-V. Так, и теперь нам нужно еще вставить изображение. Опять нажимаем комбинацию клавиш. Или давайте попробуем сразу вставить. Правая кнопка мыши и вставить. Ну, понятно. Все. Вот так это все удобно, красиво и наглядно. Почистить всю историю можно в настройках. Точно. Спасибо за просмотренный обзор. Смотрите нас и дальше. Всего хорошего. Пока.